Привет! В этом уроке мы познакомимся с лайтмапами и смув-группами. Для чего нужны смув-группы? А для того, чтобы визуально сглаживать углы округленных брашей, таких как арки, цилиндры и различные мягкие выступы. Ну, а лайтмапы, говоря простым языком, помогают делать на брашах более мягкое освещение и в то же время более четкие тени. В этом уроке я покажу разницу между мягким сглаживанием и лайтмапом и жесткими. Что ж, как этим пользоваться? Начнем с групп сглаживания. Выделяем арку или отдельные ее фейсы и кликаем вот сюда. Затем находим кнопочку Smoothing Group. Появляется вот такая числовая таблица. Значение 1 – максимальное мягкое сглаживание, а 32 – максимально жесткое. Выбираем 1 и закрываем окошко. Теперь выделяем другую арку и выставляем там значение 32. Смотрим на разницу. Невооруженным глазом видно, где мягкие углы, а где острые. Продолжим. Теперь перейдем к лайтмапам. Снова открываем окошко. Видите эту цифру 16? Это размер одного люкселя. Чем меньше будет его размер, тем мягче будет падать свет и тем четче будет видна тень. В 3D окне можно посмотреть на сетку люкселей, выбрав режим Lightmap Grid. Чем сеть будет плотнее, тем мягче будет освещение. Но есть одно но. Оптимизация карты будет существенно страдать, если вы всюду натыкаете по одному люкселю на один юнит. Используйте низкие значения только в нужных местах. А на заднем фоне карты возможно вообще использование 32 или даже 64. Первой арке выставим 1, второй оставим 16. Также полу и стенам за арками тоже выставим свои значения, чтобы была лучше видна разница в освещении. Результаты не требуют комментариев. Благодарю за внимание и верю в то, что урок вам помог. Подпишитесь на канал, ставьте лайк, а еще лучше помогите донатам. До новых встреч!